на ремонт поступила болгарка УШМ 125 мощностью, не могу сказать, 850 ватт, может быть, здесь нет, точно не сохранилась мощность, не включается. Необходимо разобрать и посмотреть, возможно, кнопка, кабель или сам электродвигатель. Разберемся сейчас. Снята первая крышка, прозвониваем провода. Здесь есть. Кабель целый. Идем дальше, идем до кнопки. Теперь нужно снимать с этой стороны. Так, была разобрана болгарка. Ну, посмотрел в окошко, оказалось, что проблема, в общем-то, с проблема не в электрической части. Если проверить кнопку, она так и здесь остается, там только идет Вижу проблему в двух частях, и в кнопке, ну и вот в таком состоянии находятся щетки. Одна щетка — это то, что от нее осталось, а это то, что от нее вообще не осталось. В таком состоянии щетки под замену, и, скорее всего, болгарка будет отремонтирована. Так, разобрано, нужно проверить выключатель. Выключатель здесь проходной, отключается и одна, и вторая линия. Насквозь необходимо проверять. Сюда ставим, включаем, работает. Сюда вставляем. Этот работает постоянно. То есть проблема не в выключателе, но проблема в щетках, замена щеток, и болгарка будет работать. Болгарка разобрана, то можно посмотреть подшипник. Суховат, шелестит, но состояние его еще хорошее, хотя болгарка не новая, но состояние хорошее, поэтому еще поработает. Я ставлю обычно шрус, смазку. По какой причине? Она высокотемпературная, даже если болгарка нагреется, то смазка шрус себя хорошо ведет. Во всяком случае, ну, использую разную смазку на электроинструменте, часто пользуюсь и шрусом. Но есть еще и другие смазки, которыми я пользуюсь, о них буду рассказывать позднее.